телеграм канала GoGol. Это небольшая реплика по поводу окончания эпохи, об уходе последнего человека из команды, который завоевывал трофей АПЛ с Манчестер Юнайтед. Давид Де Хея покидает ставник Ньянца. Что бы хотелось по этому поводу сказать? Для любого болельщика Манчестера это ностальгия. Мы безмерно благодарны Де Хее и очень печально, что клуб не дал ему проститься. Так, как это положено легенде клуба. Человек, который, несмотря на все свои возможные старомодность по меркам современных вратарей, возможно, как-то не так играл ногами, как-то не соответствовал стилю и, возможно, ограничивал даже в чем-то всех тех тренеров, которых он пережил, с которыми он работал. Но Де Хея был, есть и остается всегда опорой для любого клуба в качестве самого главного, в конце концов, свойства вратарей, а именно остановку ударов, именно спасение своей команды. Мы безмерно благодарны Давиду за то, что он все эти годы, вопреки, можно сказать, новым трендам футбола, не бросал клуб, пускай и за достаточно большие деньги. Если честно, мы считаем, что это не важно. Он заработал их честно, он заработал их своим трудом, потому что именно он вкладывался в команду, когда многим казалось, что половина состава не то что не соответствует какому-то былому величию, даже когда казалось, что эта половина состава даже не пытается соответствовать. То есть не видно было старания. Де Хея действительно удержал Инью от падения в пучину в какие-то годы. Как во времена Маурини, в лучший сезон, когда заняли второе место, был практически главной причиной, почему мы вышли тогда в Лигу чемпионов. Де Хея – это действительно легенда клуба, такая же, как Петр Шмейхель, как Эдвин Ван дер Сар. То есть долгие годы МЮ не переживал за место в воротах, а это по нынешним меркам достаточно дорого стоит. Найти качественного голкипера, который действительно будет спасать вашу команду в экстренных ситуациях, важных матчах, стоит дорого. Не хочется вспоминать его сейчас последние ошибки, особенно после подписания контракта. Это не так важно, ошибаются все. Важно то, как принимал он возможные проблемы клуба. Принимал свои какие-то перепады в форме. Де Хея всегда был бойцом. Де Хея всегда оставался именно дьяволом в сердце. Мы со светлой грустью и горечью отпускаем нашего великого, не побоюсь слова, вратаря. После сезона, в котором он, несмотря ни на что, несмотря ни на какие продвинутые метрики, завоевал золотую перчатку, сыграв больше всех на ноль. Давид, мы желаем от всего большого манкунианского сообщества тебе только процветания, только улучшения благосостояния, семейного счастья. И как бы ни продолжилась твоя карьера, мы будем всегда тебя ждать в родных стенах Олд Траффорд. We'll be right back.